Всем привет! Я Данил Девятов, и это мое обычное утро. А это мой дом, Советский район, в котором я вырос и живу. А вот детская площадка в моем дворе. Посмотрите на ее качество. Моей трехлетней дочери неинтересно, да и небезопасно играть на такой площадке. И большинство площадок в нашем районе именно такие. Я сам живу в доме, которым управляет УК «Созвездие». И знаю, что в нашем районе у многих домов существуют проблемы с управляющими компаниями, которые не решаются жалобами жильцов. Каждый день я по этой дороге хожу на работу. Раньше на этом тротуаре и газоне парковались машины. Я писал жалобы в администрацию, но проблема не решалась. В 2018 году я взял ситуацию в свои руки, и мы сделали тут газон по швейцарской технологии. Спустя год, как мы видим, он в хорошем состоянии. С 2010 года я занимаюсь активной общественной деятельностью. Решаю различные городские проблемы. Мною были отправлены сотни обращений в администрацию города и района. Часть проблем были решены, а на часть проблем я получил просто отписки, как обычный житель города. Я бы хотел, чтобы во всем нашем районе были такие газоны. Заставить управляющие компании работать качественно. В округе появились качественные детские площадки. Хочу оперативно решать проблемы нашего города, поэтому я баллотируюсь в депутаты Советского района. Приходите на выборы 8 сентября и поддержите меня.